tá marrom, tá passando a Daí, ó, que diabo. Давай.
Все выиграла. Ну, вчера на вертолете. Сам знаешь, как все было, выпускали на территорию и с территории потом прогрессы. Это комната самая вот средняя, вернее не в детской, а в средней комнате, это где кондиционер. Вот, а основной дым ушел в детскую комнату, где детей не было. На момент пожара хозяин 40 минут как ушел из дома. Погибла в результате кошка его, вот, Жене 9 жизней не хватило, спасти ее не удалось. Но в результате никто не пострадал, кроме людей на ниже лежащем этаже, потому что их пролила пожарная вода, и русты, мы сейчас смотрели, прогорели и вверху, и ниже лежащей квартире. Ну, сантиметров на 4-5 придется заменять часть рустового покрытия в перекрытиях. В целом трещин не появилось. Очаг пожара составил больше 12 квадратных метров. Все остальное, что как бы выявляется как очаг пожара, на самом деле это просто распространение конвективного пламени и дыма по квартире. Это уже не очаг пожара. То есть он находится вот в средней комнате. Всего в квартире кухня, комната, коридор и детская комната, в которой находится двухъярусная кровать для детей с игрушками. Если бы там были дети, конечно, безусловно, можно было бы их и не спасти. Но, слава богу, хозяин был один, он вышел, и, по-видимому, замыкание в электропроводке, а это хорошо видно в углу, где стоял торшер, где было подключено несколько приборов. Я думаю, что заключение будет такое, как сейчас уже принимает ИПЛ. А сколько эвакуировано человек? С лежащих 6 человек, плюс еще трое по маршевым лестницам самостоятельно. Остальным помогали звенья ГДЗС, работы в воздушно-дыхательных аппаратах. Спас определял возможность обрушения, но, слава богу, не спасать, не обрушать, ни обрушения не было. А сколько работало пожарных расчетов на ЧП? Значит, были две цистерны 9-й роты, вспомогательная 27-я, которую вскоре отослали, запасная автолестница скалиноподъемника, основная из которой действует Бронто Скайлифт, это лестница быстрого подъема пожарных и эвакуации. Спасибо. Это светильник, который предположительно послужил причиной огня. Неисправность вот в этом конвертере. Но на стенном. Оттуда пламя лизало уже во все стороны, по столу ушло на диван. Это в спальне прямо возле дивана было. Печально даже, хотя хоть какое-то существо погибает. Но слава богу, человек. Его больнет надо. Давай. Хозяин, если вам нужны будут кадры наши, можем вам оставить телефон. На всякий случай, да, я не знаю, понадобится или нет. Есть куда списать, записывать? Да. Вадим Ферян. Диггер спас. Молодец. Прям звоните, говорите с этого пожара, что вам нужно, и мы вам сделаем. Отлично, спасибо большое. Важно отметить нам, как в момент, когда нам не приходилось спасать, что основное спасение на себя взяла 9-я пожарная рота, это рота района выезда вот этого, прибывшая в течение 6,5 минут на пожар. В первые минуты она проложила рукавные линии на место пожара, разбила окно, прошло через очаг пламя, подавляя его. Люди работали в высокой температуре с воздушно-дыхательными аппаратами, сфокусировав и сжав пожар в одной из комнат. То есть они не дали ему развиться, они блокировали газовую, значит, плиту, поставили пробку на газ, обесточили объект, обездвижили лифт, то есть успели и спасти, и подать первые стволы, и локализовать пожар. Очень хорошо и слаженно за последнее время работают пожарные. Thank you.
с любым. Thank you.
есть, глядя со стороны, что разные говорят, что это что-то если я понимаю, что тушение пожара сейчас идет по всему, по всей площади кровли, а то просто на него человек...